Всем привет! Привет, привет! Сегодня мы решили поехать на экскурсию, посмотреть другой пляж и покататься, посмотреть дельфинов. Что еще будет? Марина парк и что-то еще. С такими крутыми кораллами, да, и покушать, да, да, и будет какой-то вкусный обед. В общем, экскурсия называется то ли сафари, то ли блю сафари, пока еще непонятно. Но мы уже в красивом месте, на другом пляже. И смотрите, вот этот дом, помните, который не достроился? Сейчас мы ждем ждем остальных и поедем на экскурсию. Красота. Blue Bay Beach. Знаете, какая-то вот беда с пляжами. Все, что мы находим в интернете, это один и тот же пляж, на котором мы были, вот там у пляж. И люди пишут отзывы на коралловый пляж, куда мы поедем, на этот пляж, на вот там у пляж. То есть мы вообще по пляжам потерялись, вот реально. То есть это один большой пляж, вот он, мы там были. И вот выход уже на другой пляж. Ну, понятно, здесь купаться нельзя, смотрите, вода как ушла. Так что, если будете в Атаму, это, в принципе, один большой пляж. Рассказываю. Знаешь, что такое Бахари? Нет, Бахари на суахили означает море. Бахари – это море. Море, океан, наверное. Ну, типа вода. Вода, Бахари. Вода, а то, что мы видим Бахари. Пойдем погуляем на тот пляж? Ну, идем, пошли. Давай, давай. Пока ждем. Пока остальные туристы приедут. А ты рассказал уже, как ты хотел денег? Каких денег? Ну он же, ну я поняла это все на эмоциях. Значит, он приехал и говорит, а мне денег не дали. Вообще, с самого начала нас из отеля забрал тук-тукер. Да. Мы заехали, доплатили половину того, что мы должны были. Экскурсия человека стоит 5500, мы торговались еще. То есть за двоих 11500 вышло? Ну 5500, а, значит, 10-11. 5750, короче, за двоих 11000, а хотел он сначала 12700. Да. В общем, мы хорошо сбивали цену. Мы заехали, заплатили, и что тук-тукер хотел денег, да? А сейчас ему это, типа, дай денег. Чего они выходят, дай денег, типа. А тот ему сказал, спокойно, спокойно. А я так поняла, что тот мне не дал денег. Я говорю, идите, знаешь, это, ну. А за тук-тук хорошо взяли. Потому что он сказал, без тук-тука будет столько-то. И когда мы посчитали, что там вообще реально вот такие цены, что капец просто. Так что, типа, мы ждем непонятно кого. Мы ждем других туристов, которые с нами поедут. Здесь тоже много киосков, здесь больше киосков. На том пляже только два киоска. Луки-луки, джамбо-джамбо. Луки-луки, матата акуна. Мы просто не знаем, что отвечать на акуна матата, поэтому отвечаем матата акуна. И люди смеются. Смотри, вот эти слоны, как вешалка. Так это и есть вешалка. Можно, да. Крокодил, рыбки какие. Страшно. У меня, по-моему, уже будет перевес, я не знаю, сколько. Ну, посмотрим. Так, вот это Blue Bay, это второй. О, смотри. О, как вода ушла, подождите. Прикалывается. Thank you, guys. Morning. Так, сейчас показываю вам. Если вам хоть что-то видно, видите, как вода ушла, и острова торчат просто из земли. No, we are going today. Hotel? No, we don't know. So we can walk on the inside. Ребята такие, о, давай, давай. Мы такие, нет, сегодня мы уже едем. Говорят, от какого отеля? Я знаю, от какого отеля. Мы экскурсию бронировали. Вообще не надо им говорить название своего отеля. Ух, как ребята вообще идут. То что-то там про рифы, это я уже не слушала. Ну короче, красота. Слушай, а подожди, а который это час, что океан так ушел далеко? Сейчас 9:10, друзья мои. Солнце палит немилосердно. Ну, где сейчас мы сядем, поедем. Покажем вам дельфинчиков. Оставайтесь с нами. Там мы ждем Наташи разговаривать, все приезжают. А мы все ждем наших, кто еще с нами поедет на экскурсию. Большой трафик здесь. Ну, сейчас ругаемся уже с ребятами, сидели 30 минут, кого-то мы там ждем, все остальные идут вперед. Ну, мы выбирали между трех агентств. Ну, в принципе, у этого 24 отзыва и все пятерки. Ну, будет, значит, шестерка сейчас. Мы пятерку уже не поставим. Со знаком минус. Да, сейчас уже будем идти с мальчиком, но просто если мы все идем, и, точнее, мы с Наташей идем, мы будем там сидеть ждать другую группу, что это за фигня? Поехали тогда, все, никого не ждем. Так, давай. Смотрите, как мы будем идти. Зайдем и снимем тапки.
Ух ты, елки-палки, смотрите, мы идем по дну, да. По дну океана. Все, надо снимать тапки. Мокрыми сильно не были. Все. Вот сняли океан. Тапки, идем. Как эти, как пираты Карибского моря. А, кстати, пластиковую бутылку нельзя. Уже отобрали у нас ее. Не помню, мы упоминали или нет. Никто не предупредил. Я уже написала гиду, что я недовольна. Where to go? Я не понимаю, но... Туда идите. Надо ему сказать просто, если мы через 30 минут не едем, ну 30 минут уже много, уже все боты полны, просто забираем деньги. Что это такое? Там просто мы посидели бы в отеле, а так мы собирались, мы, может, там не домазали крем, не домазали это. Извините, что я все бурчу, но елки-палки, ну сервис-то должен быть. Не, ну на фоне того, что все идут, а мы как в блоке сидим. Зато мы поговорили с прикольным чуваком, да, Наташ, ну, да, такой. Это, ну, интересный мужик, нормально. Вот я вам показала, его сидел. Знаешь, в любой бы ситуации мы с кем-то тогда поговорим. Ну это ж просто как бы время съедает. Сейчас положу тапочки, вам увеличу. Вот идем мы здесь вот. И вот кораблики. Красиво. Сейчас дойдем, и я включусь. А вот наш ботинг был. Все, первый называется Sea Horse. У Наташи просит сфотографировать ее. Ну, красиво, красиво. Вот ребята, которые с нами поедут, видимо. Вот остальные ботики. Я уже пока шла, шорты намочила, потому что проваливаешься сюда, в принципе. Ну вот. Неплохо. Знаю, что многие еще идут на больших ботах, в 30 человек, и там они на крыше еще сидели, наши соседи в отеле обгорели еще. Так что я просто быстро зашла, чтобы занять места. Здесь-то вообще, в принципе, кстати, эхо такое прикольное. Здесь, в принципе-то, все места внизу. Главное не сесть на солнце, хотя я не знаю, может, там солнце будет, когда поедем, а сесть здесь. Ну вот мы рады, вроде и нас и немного на борту. Классно. Так нас вообще плюс 5 или 6 человек, это вообще классно. Ну, там, с другой стороны, смотри, этот капитан Есер с нами не едет. То есть получается он менеджер, да? И получается, наверное, мы навыркали, нас уже запустили. А может, группы распределяют по ботам, мы не знаем. Все не наши проблемы. Нет, это классно, что мы уже выезжаем, потому что ну, мы ждали полчаса. Поэтому, народ, требуйте свои права. Надеюсь, все будет хорошо. Вот смотрите, кстати, здесь побережье подороже, как Наташа говорит, ну, подороже. Ну, скажи, оцените сами и напишите, реально, вот как там здесь, да. Ну да, классно. Да. Все, вот группа ребят в полосатых купальниках с нами. Два капитана, один юнга, я так понимаю, он такой малыш с нами едет. Ну все, сейчас посмотрим, поедем, покажем дельфинам. Надеюсь, потом поныряем. Все, ставьте лайки, вы с нами. А, не все так просто. Мы заворачиваем, немножечко проехали. Недолго музыка играла. Метров 200. Сейчас еще заберем людей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, компания девчат еще, по-моему. Не мальчики, мы еще. Ага, то есть... Блин, я так хотела, чтобы мы одни. Мальчики не украли. Пугливые, молодые. Да, мальчики прикольные. О, сними цапли. Вон, наши цапли прилетели сюда зимовать. Вон, видишь? Да, цапли из Европы прилетают сюда, как казалось. Как нам сказали гиды в Цаво и в Амбаселе. И эти же аисты. Так необычно видеть, что они и в океане, и в речке. Прикольно, люди бредут. Как, что там пираты Карибского моря, люди бредут в лодку. Мальчик снимает на видео, как девочки заходят на борт. Лучший его Инстаграм или ТикТок на сегодня. Замечаете, кто здесь две белые обезьянки? Кто здесь лишний? Нас уже за жилет хватается. Да ладно. Компания у нас веселая. Компания какая. По-моему, это какая-то шутка. Мы снова возвращаемся, чтобы кого-то подобрать. Вот же этот камень, где Наташа фотографировалась. То есть мы поехали туда. Да, далеко взяли людей. До 4 часов они. Да. Поехали, сейчас вернулись. Чего мы возвращаемся? Я пойму только если заеду. Вдруг еду приготовили, потому что я не знаю, где еда. И ее, в принципе, смотрите, уже никого нет, в принципе, это все уехали. Все уехали уже за дельфинами, уже 10. Да, мы приехали сюда в 9. О, елки-палки. Какой же гневный отзыв мы напишем. Рига бешеная, чего мы ждем. Вот мальчик один ушел. Дельфины, да, дельфины сюда приплывут. Один мальчик ушел с корабля, пошел куда-то. Как,
кораблей уже за нами нет, все уже вытеснили дельфинов. И только мы такие, ёлки. Может, дельфин когда мы принимала? Станем свою кассу? Когда? Что все время мимо? Психиатр, чем психолог, надо сказать. У вас бывают вот такие экскурсии, где вот... Все не так. Нет, причем людина набуває собі ціну велику. Ну да, так ми, торговались еще. Да, і це ж таке, ще по продавцям, ця хазяйка нам порекомендувала. А я говорю, Оля, зараз, якщо скажеш від хазяйки, типу, буде ціна в два рази більше. Воно таке буде. Ну ми збили на 1300, на 10 доларів ми збили ціну, ну йолки-палки. От ціни взагалі у всіх однакові. Да, ну це не сервіс, звісно. Скільки тобі років? Ні, хаваю. А, я думаю, how old are you? Great pleasure. Ну, привіт. Як ти? Як ти? Привіт, як ти? Ну, привіт, як ти? Наташа уже нашла себе другого мужа, получается. Вон толпа, смотрите, какая идет. Нет, ну, капитан сказал, что будет мало-мало людей. Нифига не мало-мало. Капитан задолбал уже, если честно. Вот это, конечно, я единичка. Як ти? Як ти? Як ти? Як ти? Як ти? Ти it's you. Ти it's you. Як ти? It's two words. Bonjour, it's hello. Bonjour, it's hello. А привіт. Наташка учит. Учит пацанов уже. Молодец. Ребята, кстати, в белой футболочке из Йемена. Говорит, сейчас нормально все в стране, слава богу. А can you pronounce паляниця? Паляниця. Паляниця. Good. It's a very strong, hard Ukrainian word. Okay. Паляниця. 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 It's bread. It's bread. What the meaning? Bread. Bread. Вот. Будет pronounce паляниця. Good. Ну что, друзья, мы уже 10:26, наконец-то мы подобрали всех. Короче, капитан сказал, что не будет людей, тут фигово туча людей. В принципе, человек 20-25, ничего, уже едем, посмотрим дельфинов. Я говорю, Оля, не согласен, а то сейчас опять поедем. Сейчас опять кого-то подберем, и так будем ездить, скажем, ну вы же накатались. Да, ребята классные, я уже рассказала и показала, как он паляница произносит. Ну, так что он... В принципе, нормально, да, в принципе, нормально. Нормальное путешествие, кенийский сервис, назовем это кенийский сервис. Ну, что делать? Ничего, поехали дельфин смотреть. А вот, кстати, похож камень на черепашку. Это и называется Тортору Бэй, пляж черепахи. А мы искали, думали, где он. А оказывается, он прячется вот здесь вот. На Блю Ватаме. Ну, понял, мы куда-то еще едем? Странно. Не, ну мы куда-то еще заворачивали. Снова приехали в то место, где мы девчонок забрали. Вы только час это видео про то, да, вам еще не скучно, по-моему, это ржачно уже, но я не знаю. Вот ребята сказали, кого-то еще мы должны забрать. Что там мы должны забрать? Капитан куда-то. Какой он капитан, правда? Не знаю, куда мы едем. Капитан куда-то идет в пафе. Чувак что-то принести час назад. Ну, полтора часа мы катаемся. Вот ребята сказали, что сервис это ненормально. Хотя вот они резиденты, живут в Мумбасе, говорят, не-не, что-то не, это совсем они плохо. Не местные. Не местные. Это их предки из Йемена. А, окей. Понятно. Вон капитан в кулав лихо побежал. Вот как можно бежать в кулав. Ого, как он ускорился. Ладно, надеюсь, мы к дельфинам все-таки поедем в этом видео. Ну, уже боюсь глазить, но вроде как уплываем в открытый океан. Капитан этот, который бежал, просто взял какую-то бумажку и убежал назад. Это просто бредятина. За бумажка, наверное, один дельфин будет подождать. Да, может, какой-то дельфин нас подождет. Вот просто, ну, народ. Надеюсь, что покажем вам что-то. О, заглохли, не? Не, вроде едем, вперед. Смотрите, вода какая зеленая, красота. Похоже, ну, видно, что зеленая, да. Реально зеленая. Мы просто фотки видели в гугле, думали фотошоп. Это нет, она реально зеленая. А здесь водоросли, а здесь зеленая и чистый песочек. Красиво. Да ты что вообще? Ну, людей как-то нет.
как-то все, наверное, я не понимаю. Ну, странно, никто не загорает, никто не купается. Ну, реально странно. Какие-то пустые просторы. Это класс. Вот, открыли, кстати, такой шлюзик. И тут видно, ну, я не знаю, рыба я здесь не видела, просто едешь, смотришь дно. А ну, сейчас ближе. Ну, так себе. Пока ничего не видно, хотя ребята сказали, рыбу они увидели там. Какая там рыба? Хоть бы дельфина увидеть здесь. Одели Буди в жилетик, а ну, this crystal is nice. Мы говорим, вдруг акула глухая. Споет. Господи, я думала, дельфина это любит. Кстати, вот мужик умненький, да, взял с собой стекло, пьет пивко. Я так понимаю, возле него не плавать. Ну, плывем, прикольно, как бы, да. Ну, дельфинов бы хотелось. Какие волны пошли, если вы видите вообще. Нас мотает и подбрасывает. Прикольно. Ох ты, елки-палки. Так, уже два пацана пьют пиво. Возле того тоже не плавать. И все еще нас качает. Елки-палки. Это просто хрунь, это жесть. Какие волны сзади за окном. Вот это мы чуть не перевернулись. Вот это волнишки, вообще, народ. Такой штормина попали, класс. Девочки уже жилетики приодели. Ой, мы на гребне и пошли на гребень. Я не знаю, вам видно или нет, но это круто, вообще. Сзади волны, вообще, ох. Класс. Да, и музычку, ребята, музычку включили, африканские напевы. Класс. Я жалею, что я таблетку от укачки не выпила, но надеюсь, я обрегаюсь, прошу прощения. Чтобы вы понимали, девочка реально боится. Просто мы ее тут утешали, одели жилет, но она говорит, я не могу на это смотреть. Это здесь, мы доплыли. Хоть меня и укачало здоровски. Только что такая стайка прям бежала. Думаю, что они здесь сейчас будут. Ну давайте, ребята. Мы так вас долго ждали. Вы уж простите, уже укачало так, что вообще. Дельфин сафари. Боже, как укачало. Люди, вы еще живы там? Да, это должно быть много дельфинов. Но видите, мы опоздали. Люди живы сейчас. Я тоже. Значит, ждем. Главное не упасть и снять вам дельфинов. Они впереди, плавники. Большая стая, большая. Я не знаю, вам видно. Дай бог, чтобы вам видно было. 10-12. Боже, какая красота. Мы, конечно, только эти спидим. Баланс, не набегайте, ребята, баланс. Камеру включишь себя.
красота. Вот, есть. Красавчики плывут. Главное не упасть. Ой, лучше я сяду, но я сейчас улечу вместе с дельфинами. Ага, стоят там прямо. Вообще красота какая. Музыка играет, мы за дельфинами ныряем. Точнее, мы охотимся на них, у нас сафари. Мы охотимся на видео, чтобы увидеть дельфинчика. Да, много. Красота какая. Вообще просто. Извините, я еще не умолкаю, потому что музыку мы поставили. О, вообще, вот это да. О, дельфины. Это стоило того, чтобы ехать. Красота. Вот они как плывут рядом с нами. Не спешат, ничего, просто. Просто они стоят рядом с нами. Класс. Все, уже занырнули. А нет, вот еще. Ждем, 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 ждем. Ждем, ждем, где ты, дельфинчик? Красота какая. Большая какая волна нас шатает. И мы все еще в сафари на дельфинов. Красивое животное. И такие волны, просто жесть. Вот такое вот красивое животное. Меня совсем укачало, отключаюсь. Я решила посидеть на носу. Это карман называется, я не знаю, как правильно. Впереди лодки. Такой класс, ветер вообще, красота. Там где-то ромашка, подожди, где она? А, вот она, вот она. Пока отдыхает, ее немного укачало. Тут соседний кораблик едет. О, красивенький какой. Честно, я не понимаю, куда мы едем. Наверное, мы едем все-таки это на снорклинг или как. То есть покупаться, посмотреть на дно морское. О, какие волны! Класс! Вот мои ноги, вот карман. Классно! Ну, конечно, немножко укачало волю. Все корабли там. Едутся, это хорошо, потому что когда много людей, это не есть хорошо. Чем меньше людей, тем лучше. Ветер просто сильнейший, просто ревет. Вот отъехали мы от дельфинов, и похоже, здесь можно покупаться. Вот помните, что здесь кораллы смотреть, купаться. Не знаю, сколько здесь кораллов, но здесь все корабли. Мне нравится, говорю, дельфины, дельфины, это люди купаются, а все смотрят, знаешь, многие смотрят. Вот вторая столовка экскурсии, вы купаетесь. Я хочу. Поплавали классно, классно. Но рыбки, кораллы, офигенно. Не, мне понравились. Большие, но Оля говорит, что, конечно, это не Египет, конечно, это не Египет, классно. Но это не то, что мы видели в Занзибаре. А в Занзибаре мы видели, то есть я вообще ничего, лично я. Вот. А тут реально вот эти желто-голубые рыбки, потом да, большие, они рыба. За друг другом гоняются, разные, как раковину даже я видела. Может, да. Это коралл, конечно. Кораллы были. А сейчас я приближу пупсиков. Я люблю обсуждать людей, честное слово. Вот верите? Оп, стоять. Вот, там вот такие, и они купались. И они купались, так что это, да. Ну, это столько понравилось. Слушай, мне это нравится. Да. Реально, волны большие, но я вот не знаю. Конечно, я воды напилась. Я воды тоже напилась. Как ты говоришь? Не научишься плавать, пока не выпьешь бассейн воды, да? Пока не выпьешь 20 литров воды. А, 20 литров воды, да. Так что вообще... Я умею плавать, но я все еще пью воду. Ну, так а что делать, если волна идет, да? Мне понравилось, реально. Маски, конечно, чувствуются, что кто-то их уже использовал. Ну,
Ну, поэтому как-то все будет хорошо. Поэтому я плавала в своих очках. А вообще классно, вот. Это, ну, прикольно, и я буду говорить, сейчас мы поедем еще в какое-то место. Ну, женщина сидит, это отдыхает, наслаждается тоже, так что... Поедем еще в какое-то место. Надеемся. Нам обещали воду, но тут воды нет. Кстати, парень пронес пластиковую воду, еще и буклишко пронес, так что я говорю, надо было просто спрятать поглубже. Ну, после него мы не помним. Ну, короче, сказали правила, ладно, мы честные, мы прям как это. Поехали. Очень честные, мы поехали. Еще одна остановка, похоже, если покупаемся, 10 минут и покушаем еще. Ребята уже купаются, вода просто супер. А мне просто прохладно уже, я трошки примерзла, поэтому я не купаюсь. Даже девчата сейчас будут купаться. Вот, сказка. Наташа раздевается в красивый купальник. Плавали я только что с Абуди, а вон вся толпа уже плавает. Ехали мы, приехали вот в такую красоту. Жалко, не взяла телефон раньше, мы сидели с пацанами, с арабами наверху обсуждали там, сколько где яхта стоит. Прикольное место мы приехали. Сейчас, может, развернемся и отъедем. Я уже рассказала чуть-чуть. Да? Красота какая, смотрите, сейчас мы вам покажем. Это просто сказка. Это мы проехали все это, просто с пацанами болтали. И не успели вам снять, потому что телефоны были внизу, а идти здесь очень сложно, потому что можно упасть. Такая скоростушечка. Уже такие мангровые деревья, красота. И прямо дома здесь частные уходят прямо в воду. Вода сейчас ушла немножко, но когда придет, прямо, ну, просто красиво. Вы просто полюбуйтесь. И, кстати, здесь недалеко вот это вот культовое, тоже как культовое называется место, Лихтхаус. Тут прекрасные закаты, обещают прекрасные закаты. Парень говорит, парень говорит, а я здесь телефон потерял, утонул телефон. Вот так вот сохнут. Но обгореть, конечно, можно за 5 секунд. Главное снова не обгореть. Ну уже. Можно в последний денек и обгореть, да? Все, я с тебя перевела уже камеру. Буду смотреть. Да, можно не стонать. Воды напилась. Я еще посохну, пожалуй, здесь. Ну, классно, классно, конечно. Так вот это вот успокаивает после нервного... Начала, да? Да. Нет, прогулка вообще шикарная. Природа шикарная. Сейчас обгорим, да, вот меня Олечка спасла. Я хоть в этом ходила, хоть. Ну как? Костюм, в котором я серфи обычно. Как океан? Океан, сказка шикарная, мангры шикарные. Компания вообще классная, ребята вообще. Ну, мы с ней нашли общий язык, и там и купались, и плавали. Даже там с Абуди и соревнования, кто дольше под водой сидит. Не, я аж два раза, аж 10 секунд, это кошмар. Да, Абуди в конце концов 40 секунд. 40 и 14, да, вообще. Он такой, а я хочу быть капитаном, говорит. Я такая, о боже, это страшно, конечно. Так, ладно, наших лиц. Давай чуть больше. И ветер такой, просто сейчас реально обгореть просто. Я пойду, наверное, вниз спущусь, возьму реально эту штуку, тоже одену, от обгораний. Давай, держишь? Да. Так что вот экскурсия прикольная. Две остановки для купания. И что еще? Вот это вот дельфины немножечко было, аж 5 минут дельфинов, потому что мы опоздали. Наташа передвигается к выходу. Чьи? Ну, кто-то очки забыл. Ну вот сейчас на обедик еще приедем.